рассмотрели ряд важных вопросов. На очередном заседании Политсовета Серпуховского местного отделения «Единой России» выбрали заместителя секретаря и утвердили список партийных проектов для реализации. Уже стало хорошей доброй традицией начинать заседание Политсовета с торжественной части. Секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципалитета Сергей Никитенко вручил партийные билеты и значки новичкам. Вот наш отличительный знак. И мы считаем, что теперь у нас новый молодой член нашей партии. И теперь мы вместе также хвалите с нашу работу. Как бы как и почетно, так и ответственно. После напутственных слов и поздравлений перешли к решению вопросов. Первый на повестке дня – избрание заместителя секретаря Серпуховского местного отделения «Единой России». Пока счетная комиссия подводила итоги тайного голосования, приняли единогласное решение увеличить состав Совета сторонников «Единой России» с 7 до 9 человек. Сторонники совместно с членами Серпуховского местного отделения Всероссийской партии «Единой России» принимают активное участие и проводят мероприятия в рамках реализации проектов на территории городского округа Серпухов. Всего за данный период проведено 168 мероприятий. Это различные акции, патриотические мероприятия, георгиевская ленточка, триколор, общегородские субботники, сбор макулатуры. В Серпухове также реализуется большое количество партийных проектов федерального, регионального и местного уровней. Таких как «Чистая страна», «Общественная приемная», «Научись оказывать помощь, спаси жизнь». Это только некоторые из них, которые реализуются в Серпухове. Результат деятельности по прошлым годам. Вот я, честно говоря, испытывал очень большую гордость за наше отделение, когда находился на конференции, и когда мы, ну, практически чуть ли не во всех номинациях, если так можно сказать, мы в числе передовиков, а это целиком и полностью, еще раз говорю, коллеги, в первую очередь, ваша заслуга. Поэтому у меня нет ни малейшего сомнения, что все партийные проекты, намеченные для исполнения на территории нашего городского округа, будут выполнены в текущем году и выполнены на надлежащем достойном уровне. Напомним, на 26-й конференции регионального отделения «Единой России» в Красногорске Серпуховскому местному отделению вручили благодарственное письмо от секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака и памятную медаль за лучшие показатели работы местного отделения и успешную реализацию избирательной кампании. Важно не сбавлять темпов в этом направлении. Пока обсуждали дальнейшие планы по реализации партийных проектов, счетная комиссия подвела итоги тайного голосования. Единогласно заместителем секретаря местного отделения вновь был избран председатель Совета депутатов муниципалитета Игорь Ермаков. Спасибо всем за оказанное доверие. Будем все вместе работать на благо нашего городского округа Серпухов. Единогласным решением членов Политсовета кандидатуры Сергея Баранова и Надежды Ереминой будут рекомендованы для назначения на должности руководителя местной общественной приемной и Совета сторонников партии в Серпухове.